Мы находимся перед историческим зданием библиотеки, библиотеки, которую подарил Григорий Морозли одесситам. И с тех пор это здание использовалось только как библиотека. И вот сейчас, сегодня, в эти дни, на протяжении 5 дней здесь проходит интенсив французского языка, который на бесплатной основе дарит француз, который уже одессит по призванию и находится в Одессе очень долго, Жан Шербанель. И мы очень благодарны ему за такую возможность. Библиотека распахнула двери для всех желающих поднять уровень знания своего языка, либо начать его изучение. Я думаю, что любой цивилизованный человек должен знать несколько иностранных языков. И такая возможность предоставлена городом, городской библиотекой. И вообще нужно сказать, что наши библиотеки работают очень интенсивно, активно. Более 1000 мероприятий в год проводятся нашими библиотеками, и мы приглашаем всех в это очень доброжелательное, очень наполненное и нравственностью, и знаниями, и культурой заведение. Оно не единственное. Филиалов городских библиотек 40. Отрадно, что скоро начнется французская весна, и на выходные дни посетила нас госпожа посол Франции. Молодежная организация вместе с Альянс Францез провели новый французский маршрут французскими тропами. Мы пообщались вместе с ней, погуляли по французской Одессе. И действительно скоро начнет свою работу французская весна. Это прекрасный проект, который уже много лет подряд проводит Альянс Францез в нашем городе. Действительно, Одесса подтверждает свой статус мультикультурной столицы Украины. Нашей прекрасной библиотеки, которая, собственно, уже и была подарена изумительным Морозли, греком по происхождению, человеком, да, который действительно очень любил свой город и делал для него очень много. И так приятно, что эти традиции, вот такой коммуникации международного сотрудничества продолжаются. Поэтому еще раз огромное спасибо, глубокая наша признательность и очень приятно. Идите все на флаг. Держите на флаг, пожалуйста. Меня зовут Жан-Клод, и как это 15 лет, как я живу здесь. И это год франкофон на ми языка в Украине. Я считал дают этот социал проект. Просто торотил не учить, но просто маленькие базы на 5 дней, 8 часов в день, donc это 40 часов. Тут мы почти 60 человек, потому что зал, конечно, есть тоже технические возможности. И спасибо очень директрисе департамента культуры Татьяна Маркова, как и Наташа, директрисе библиотек, дали нам этот зал. И, конечно, все эти девушки и мальчики здесь, как очень приятно, как в Одесса, передаем этот французский язык. Проект это бесплатно. Я очень доволен, как много людей здесь. Это дает возможность на любой человек выучить французский язык. Мне интересно, и мы идем на эти 5 дней, тип, как мы будем идти в Париж, и учим меню, учим как идти, спросить, где идем, на такси, на маршрут и так далее. И я думаю, как все будут довольны на этот первый день начинал хорошо, правильно? Да!